Заходи сейчас. Не, мы сейчас начнем с Владика, наверное. Да. А что у тебя? Да ничего, вроде нормально так. Ну, с утра чуть-чуть буквально там. Короче, уже меньше расхаживается, да? Да, да. Ну, а поясница, что меньше будет? Меньше, да. Хорошо. Ну, дядя посмотрит, спит. Посмотрит только, да. Мы на тебя просто посмотрим и все. Снимай, да. Хай будет в шортах. Ну, в шортах, все. Все хорошо. Так, Владик, а ну-ка становись вот так, смотри. Вот тут становись вот так по линии. Вот так. Вот так по линии. Выбери по линии. Пальчики возле нее поставь. Ну хорошо, выберет ей. Все, нормально, нормально. Руки вытяни из кармана. Вот так и стой. То есть вот так наклоненный. Наклоненный стоит. Стой, стой, все, так и стой, лопатки выпирают. То есть затянуты мышцы у него передние. Потом вот тут зазор, видишь, палец почти пролазит. Смотришь, палец пролазит. А тут нема зазора вообще. И закручена в него, у папы лева рука сюда закручена, а в него право. А ты ровненько стоишь? Да, ровненько стоит, ровненько. У него затянуты эти мышцы. И он ишел вот так. Вот так он ишел. Хорошо. Давай ложись так на стол, поднимемся ножки по длине. Иди, залазь. Залазь так, раз и на животик ложись. Туда голову. Ровненько ложись. А, оп, и лежи. Можешь вперед еще так. Раз, да. А так лежи. Иди, мама, смотри. Чи папа, чи мама. Угу. Видно, что короче она? Угу. Ну ладно, а ну-ка туда на ногу стоять. Ручки положи ровненько. Ну, ты стоишь, хорошо. Слышишь, как хрустит сустав? Да. Это перетянуто тут все. Не. На цей чуть-чуть. Лева сторона. Лева сторона. Лева сторона. Лева нога короче. Хорошо. Владик, да? Ладно. А смотри, я так буду по точечкам нажимать, а ты будешь говорить, больно, что не больно, хорошо? А так больно? Нет. А щекотно? Нет. А так? А? Щекотно. Щекотно. Щекотка все равно, что будет. Так. Нет? Ничего? Щекотно. А так? Ну, выкручивается щекотно. Или щекотно, или больно, с двух одной. Что так? Тут сильнее, да, ты? Угу. Болит тут, да? Нет. Не болит. Только щекотно. Mm-hmm. Да? А ну-ка положи так ручки. Раз. Вот так. Вот. Ну и на лоб положи голову на лоб. Угу. Протянуть мышцы. А так больно бывает? Нет. Нет? А там? Нет. Так. Нет. Это сейчас скручивается. Ты что, обманываешь или что? А тут не больно, да? Нет. А что, щекотно? Ну, щекотно. Да? А тут? Нет. Щекотка, да? Да. Щекотка, ладно. А вот так, Ваня? Больно? Так, а вот тут больно? Нет. Тут нет. Больше левая сторона была. А вот так, Ваня? Нет. Вот тут не больно? Нет. А? Больно. Больно. А вот так? Нет. Тут не больно. А вся сторона? Не больно. Тут не больно. Хорошо. А ну-ка переворачивайся. А ну, как ножка от тебя стоит? Раз, снимай ножку. Раз. Значит, дальше не иду. Ну, как? Туго. Но могло быть и хуже набагато. Это еще и нормально. А ну-ка эту ножку. Раз. Дальше не иду. Ну, это так, более-менее. А тут что? Больно. Больно. А тут? Больно. И щекотно, да? Больно и щекотно, да? Нет, больно. Просто больно. А тут? Нет. Тут не больно. И тут не больно. Нет. А вот тут? А вот тут? А вот так? Больно, щекотно. Тут щекотно, да? Нет. Хорошо. А вот? Не, ну давай не так. Садись. Садись. Раз, поворачивайся так. А, тут и рука трещит. И рука трещит. А ну, просто прям. Показалось, может, не знаю.
Да нет, русская. А ну-ка вот так, что? Больно. Больно. Да. Больно. Да. Щекотно. Щекотно. А вот так? Ничего. Ничего? Повесь ручки, повесь ручки. А ну, я голова поворачивается. Раз. Поворачивается. И коремками вона поворачивается. Ну. А який у нього пульс? Ви мірили, який у нього пульс? Та ні. Зараз ми перевіримо, який ти пульс. Садіться так туди. Раз. Хоп, де? Давление, то воно може, положи голову, може показати у дітей неправильно, ну пульс покаже правильно. Давай ручку тебе. Раз. Раз, 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 раз. Хоп, хоп, хоп. Може бути учащений пульс. Лежи. На мотаві, звісно, там є. Все, не розговаривай, лежи так. А може бути і давлення повищено. У дітей йому таке там показує. 100 на 50, 100 на 60, таке, 80 на, ну, в общем, 90, ну таке маленьке показує. Да, 105, 90 нижнє показує. Ну, давлення може, ну пульс 89. Пульс 90. Понятно? А это говорит, что сердце так качает. Він же ж не бігав нічого. Ви ж на машині приїхали, зайшли. Так от треба слідити за пульсом, тому що я не просто так його поміряв. Я бачу, що в нього затягнуте все, значить пульс і давлення буде неправильне. Тобто пульс буде повищене. Ну давлення у дітей неправильно показує. То правильно, то неправильно, то взагалі може не міряти. Ну пульс показує. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так. Так, Владик, а ну-ка. А ну-ка вставай так на табуреточку. Раз. Вставай. Раз, раз. Бачиш, воно так стоїть. Бачиш, воно так стоїть. Уздовжно-поясничні, я нажав, а вони щекочуться і больні. Це вони затягнуті. І отут отак. От так він стоїть. Бачиш, руки отак. Ну і ладно. Хорошо. Поворачуйся. Раз. Ксюша тріщить. Все стягнути в нього. Все стягнути. Іди дивися на ножку. Ну це не означає, що вони будуть все время тепер ровно. Може перетягнути опять міофасальним синдромом. Це раз. Дивися, чуть-чуть я пальчиками поробив, все краснюче. Бачиш? Отак. Я то його поправив. Тільки в нього крепкий міофасальний синдром. І з ним треба робити. Тобто я можу показати. Що робити, а можете самі масажувати. Ну, звісно, ви так його не зробите. Ми можемо, поки я буду ходити, можемо з ним поприходити. Ну, а там посмотрим. Да. А ти подивися, як я його роблю, і будеш ще, може, додавати потім. А ні, значить, будеш возити. Ну, так ти не зробиш все одно. Казалось би, чепуха, але воно буде не так. Так, понятно. Ладно, Владик. А? Да-да-да. Оце за телефоном, а у тебя все проблемы, понятно? С телефоном надо только по чуть-чуть сидеть. Полчасика. Где? Ну, утром полчасика и вечером полчасика. На таблетке встань напротив мамы, поднимемся, чем не сильно не натягивай. Ну, давай, вставай. Раз. Ну, прыгай. Давайте, на пол. Хоп. Да вот тут ты прыгнул. Ну, ладно, напротив мамы вставай, поднимемся за зори. По линии ставим. К линии, видишь, на земле. Так бы по линии ставили, да. Во. Раз. Ну, тихо. Ну, вже появився хоч якийсь сліло зазор, бачиш? Тут уже палець не пролазить. Все, потім в кінці посмотрим. Давай. Ложись на стол. Так, раз. Зараз його може підрівняти швидко. Швидше, звісно, було з іголочком. Хай хоч так десь поки не спробуйте, а потім вже десь ми його говоримо. Потикаємо хоч по спині.
конечно, трудно договариваться, но у мене було такі 5 і 4, там їм щось пообіцяли купити. Тут доволі. Не больно? Ні. Хорошо. Зараз подивимося, зараз ми кілька сеансів зробимо, ну будь туди, хто знає, куди заходить. У мене дружня, що так проходить, а мене не доходять. Ну це ще й хорошо, в некоторих вони взагалі по 90 градусів тут стягнуть. Не щекотно нічого? Ні. Зараз ми його на перераз чуть-чуть зробимо, щоб нічого в нього не воспалилося, а потім будемо додавати чуть-чуть. Дітям швидко ділаємо. Що там, хорошо? Шия не доворачується, шия ривками, понятно? Це дуже погано щось буде. Такого не должно бути. А це зараз діти такі, вони з полугодика просидять мультфільми. Не їсть, раз поставимо мультфільми. Це дійсно, да. Їсть. Да. Я така ж сама студія. Я так поділаю. Ну, тут ось напряжені мишці, дуже напряжені. Но если ему повезе, его быстро начнет попускать. Не больно, не жестко? Не? Нет. Хорошо. А ну-ка давай так, хоп, вот так, вот, чтобы он на коне не стоял. Вот так, нормас? Угу. Что это тебе, синяки или что? Ударился. Ударился? А ты что-то ты так ударил? Ну, даже локти. А локоть уже прошел. Коленами даже. Колено уже прошли. Це ти бігаєш, да? По деревам лазиш, не наче де ти таке можеш понадобити? А ні, я з дерева не падав, ні разу ще. А откуда ти це впав? Ну, падав. На землі. На землі? Много. Де? А ну-ка, поворачуй шию. Та ні, ти плечі не поворачуй, отак. Уже чуть-чуть далі, ну сюди. Ще чуть далі, да. Ну тільки руки не... руки ж швидко не пройдуть. Это понял. А тебе массаж нравится вообще или нет? Нравится. Нравится? Угу. Ну хорошо. Это хорошо, что ты слухаешься, потому что с детьми, если не слухаются, я не могу с ними работать. Тут вот такие делают, что, скажу, все. Особенно аутичные. Аутичных у меня много детей. Пока есть очень плохие дела, они даются. Только чуть легче стоят вот такие тут. А що з ножкою? Нічого? Ні. Нормально? Ванна не стає нога? Да. Що да? Слабенька стає, да? Угу. Ні? А що да тоді? Нормально. Нормально? Як була така є? Чи як? А ти помниш, як тут у тебе боліло? Отут, помниш чи ні? Маленько досить боліло. Ну я сьогодні пробував, воно боліло так. Ти скручувався. Чи не помниш? Вже не помниш, так? Помню. Помніш. А воно зараз перестало у нас боліти. А чого ти так віриш? Ти бачиш, плечі не лягають. Ці мисли в нього коротші. З-за телефону. Одна із головніших причин. Ну, ручки так раз. А тут щекотно, так? Да? Ні. А от тут що? Щекотно. Щекотно, так? Да? А як щекотка пройде, тоді ти що будеш казати через кілька сеансів? Як щекотка буде менша, то... А я боюсь щекоток. Боїся щекоток? Да. Так вона ж пройде. Це ще, він ще не дуже щекочеться. Некоторих взагалі невозможно робити. Дотрагуйся, все, робити невозможно. Там одна мама була, та я тебе скажу. Мальчик такий годів 10. Не тут поправить, поправив. Масажнуть не можу. А я тебе скажу, дяничка, де конфети лежать. Тільки потерпи, а він не може, сміється і все, і скручується. Ну все, він скаже, ех, він як заплакав. Каже, ну скажи, мені, конфети лежать. Я не можу терпіти. Тут гуляє, да? Щекотно. Щекотно і тут? Да. А яка нога більше щекочеться? Это. Это, бачиш, одна більша, одна менша. Да. А тут теж щекочеться? Ні. Ну потерпи. Не очень. Як? Не очень? Не очень. Не очень. Ну, хорошо.
Так, Владик, а вот тут что, подожди. Тут больно? Больно. Да, а вот так? Да. Я чуть-чуть давлю. Напряженные руки, напряженные. Ну а как он вообще, у тебя сорта исчез? Куда он, как исчез? Пойму, Максим Леонидович. Ну как? Как он у тебя изо рта выйдет? Куда пропал? Куда он делся? Не знаю. Как ты маме отдал? Не знаю. Ну, лежал как? Где-то и это. И у мамы оказалось. Сам он туда на тумбочку лег. Да он, это я его положила на тумбочку, когда они к нам приехали. А мама куда-то забрала. Все забыто, все. Это больно, наверное, да? Нет. Это не больно? Больно. Не обманывай. Оно напряженное все. Больно. И вот тут больно, наверное. Нет. Все забито. Можешь сами ты попробовать, оно еще красное стало сразу. Попробуй якомусь. Вот это мягко все стало. Попробуй. Вот мышца все яка, бачиш? Угу. Уже даже пальцем водишь, а воно вже болить. Давай не будемо його сильно нагружати. І хрускає суставчик. Узкая суставчик. С руками ничего не происходит, нет? Хорошо, хорошо. И вот так, бачиш, и вот так. Так вот теперь смотри. Забыл, как звать тебя. Владик. Владик. Вот смотри теперь, что тут у нас? Чуть-чуть кормит. Ну а боль прошла, чи нет? Да. Да. А тут? Короче, только щекотка осталась, да? Да. Хорошо. Ну, она будет сейчас вертаться. Надо сделать, чтобы пульс был у него 60-70. Вот это все чепуха, что там вот тут болит, что оно так стоит, и все разровняется. А что пульс 90, это серьезно. И можно сказать, так это для детей нормально, никого не слухай, потому что я... Так казали, що нормально, а я поробив дитину, один раз стає 60-70, так що тепер не нормально. Щоб був 100-110, 90 був, а став 60-70, не нормально. І таких у мене там ну, сотня дітей пройшло, я свої виводи зробив. Пульс должен 60-70 був, тому що як 60-70 качає серце, качнуло, ток подався, качнуло, через секунду викачало, і воно віддихає, сердечна мисля теж повинна віддихати, в неї ж нема відпуска. А воно отак робить, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук, воно не може повністю качати, не може повністю викачати, застаюється кров, і сердечна мисля не розслабляється. І за цього інфаркт і інсульт. Ну як, якщо мисля не розслабляється, то буде інфаркт. Ну не сьогодні, не завтра, через 5-10 років, запросто. Так от, а тепер ми дивися, на чуть-чуть зробили. І вже в нього кажеться, що ось о плечі лягли. Чуть-чуть. Видно, що вони лягли вже. Да. Бач, на глазах прямо. А не лягав. А тепер ножку, ножка доходила тільки до отсюди. Ну, може, зразу вона не дойде, а може зразу і дойде. Зараз подивимося. Ну ладно, подивимося, тому не буде витирати. Легенько пішла, бач. Оп, і тріщить все одно. Бач. Легенько, я нічого не давлю. Раз, десь, легенько. Ну все одно це мало, повинна ще далі піти. Я думаю, тебе ці всі мишці держать, не буде їх розділяти. Підніми так ногу, раз, і держи ногу, хай піднято. А я буду нажимати, удержу. Держу, хорошо, сюди в сторону, держу, а сюди. Ні-ні, упирай, на мене, на та ні, вона держить, все, давай сюди. Раз, держи. Держи, все, не будемо напрягати, не буду зовсім поясничну мисцю, вона держи. Ну лягла оця сторона, а ця не лягла. Угу. І руку він положив. Оця лучше розправилася. Хорошо, так він навіть буде, зараз як він стане, його навіть буде видно і так. Довжно видно. Ну це дуже швидко все відбувається, понятно? Ну я бачу, що по плечу лягло лучше. От і все. От так йому дати толчок під сеансу хоча б 10 зробити, воно підхватиться і буде все одно. Ну, треба, щоб проходили ці тригерні точки, щоб отам я нажимав, нічого не було. Щоб голова перестала
руками поворачивать, чтобы пульс стал 60-70. Может, если сейчас повезет с первого сеанса, у него будет пульс меньше. Сейчас проверим. Одинаково. Так, а ну-ка теперь давай садись на живот. Кажу на живот, на задницу садись. Туда лицом, как ты сидел. Раз. Стоп. Та туда ж. Так, я ж подивлюся. Крутится. Лево. Лучше. До рынки все равно есть. Чуть-чуть дальше. Так, хорошо. А ну-ка садись. Садись. Опять сейчас померяем пульс. Упал пульс, еще не упал. Да нет, из первого сеанса, наверное, не упадет. Ну, может быть, что может и упасть. Давление ему, дитя, меряю неправильно. Эх, нема той аппарата, у меня в машине. В следующий раз я возьму той, что пикает. Подивимся, чи нема в нього екстрасистолії, чи в разновой, бо тут не показує. Тут моргає просто. А от як пікає, буде чути, що так пі-пі-пі-пі-пі. Тобто разнобою, то екстрасистолія. Ну, може в нього і немає, але треба перевірити. Зараз я подивлюся. Держи ручку так раз. Як моргає, подивлюся. Алло. А, привет. Вот 100 на 60, 64 пульс. Бачишь? Угу. Один раз сделали, пульс уже нормальный. И давление показало уже нормально, 100 на 60. Вот у детей так и нормально давление. Ну, давление тоді уже вначале неправильно показало. Но пульс по-любому правильно показал. Так, а теперь ты вставай. Не прыгай. Так хорошо злазь, не прыгай. Злазь, не прыгай сильно. Злазь. Аккуратно слазь. Просто... Ну так хотя бы. И вставай напротив мамы. На линию как бы остановился. Все, руки повесь. Зазоры одинаковые. Угу. Бачишь? За один сеанс выровнял. Ну и чуть-чуть он вроде перевыше и став. Но все равно тут загнуто. Это мы как попробуем эти мышцы отпустим, оно так расправится. Ну, должен расправиться. Все, свободен. На, бумагу вытираем. А папа готовься. Все. На сегодня все. Вот так, папа, ну вставай. Руки повесь. Раз. Вот, бачишь, зазор одинаковый, а рука подкручена все равно в начале сеанса дуще. А в конце сеанса выравнивается, диаграмму отпускать чуть-чуть. Садись.